29 мая в Казани стартовали публичные слушания по проекту нового генерального плана Казани, разработанного Институтом генплана Москвы. Они проходят в 13 этапов, и чертова дюжина в данном случае где-то символично. Многие из горожан недовольны проектом. Баталии по поводу генплана разгораются не на шутку. Однако генплан планируют утверждать Казанской городской думой, вне зависимости от всех претензий и замечаний. Ответ на вопрос, прослужит ли он Казани, как рассчитано, до 2035 года и что он из себя представляет, мы попытались выяснить у заведующей кафедрой природоустройства и водопользования Казанского федерального университета. Генеральный план как документ – это уровень, такой достаточно высокий уровень, предпроектной документации, то есть плановой документации, фактически в нем закладывается концепция развития города на определенный период. В истории города Казани таких периодов было несколько, генеральные планы города менялись. Есть довольно известные генпланы, например, генплан строительства города Казани в период Большой Волги, генплан города Казани 1968 года. По предположительным данным, строительный бум ожидается в Кировском районе. А вот из Салават-Купере, вероятнее всего, проложится автодорога в центр. Многих, конечно же, интересует и количество новых мостов через Казанку. Их по генплану будет еще 4. Но когда они появятся, пока не ясно. Многим специалистам очевидно, что данный генплан несет за собой определенные опасения и вопросы. Принят был вариант компактного развития города, как бы компактный гармоничный город. Но вот когда сейчас мы имеем итоговый результат, конечно, он вызывает немало замечаний. То есть вот этот вариант, который сейчас предложен, вызывает немало замечаний. И даже вот последние предложения мы отправляли буквально в течение последнего месяца, мы отправляли предложения по исправлению генплана в части зеленых зон, в части водных объектов. К сожалению, вот именно учет этих замечаний мы не очень много видим, потому что, еще раз говорю, казанские специалисты в качестве разработчиков не привлекались. По словам специалиста, ни одна территория не отдается под массовое озеленение, то есть наоборот, в городе идет уплотнение в качестве застройки. Как отмечает университетский эколог, степень озеленения города тоже оставляет желать лучшего, на что было бы хорошо обратить внимание при окончательном принятии генплана. Все это вызывает беспокойство, потому что есть районы с очень низкой степенью озеленения, к примеру, Новосавиновский район, Вахитовский район, с минимальным вообще процентом позеленения на уровне там, буквально нескольких процентов. Поэтому это вызывает очень большое беспокойство. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.